Беги полутовки, тусовки, наркотики, татуировки. На подъемной парковке мы делаем сев. Нас уже много и нам похуй на всех. Сев, сев, мы делаем сев. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. I'm the dance floor, I think I'm doing Я левый хотел сказать.
молодец. Спасибо. Привет. Так вот, тоже хочешь отметить? Тунару уже. Пойдем к этому дойдем. Еще будут замеры фронта, там еще, скорее всего, один класс докинем, потому что участников, как я понимаю, мало. Еще, если кто хочет, будет отдельное место, заруба будет называться. Машины в одинаковых классах могут тягаться между собой, и за это будет отдельный приз. Допустим, там SPL1 тягается с SPL1, это прям заруба, но замер будет 5 минут. 5 минут среднего результата. Да, тут уже покажут умение и знание системы. Скорее всего, так и сделаем. Если когда желающие есть, между собой договариваются, приз будет того стоить. Потягаться. Итак, начинаем зону замера. Первый автомобиль заезжает на площадку. Заезжаем в зону замера. Немножко о партнерах расскажу. Сегодняшний генеральный спонсор нашего мероприятия – компания Dynamic State Technology. Главный организатор мероприятия – студия автозвука VLG Audio. Спонсор мероприятия – Техноопт, Астмаркет и другие. У нас все честно, все результаты выводятся на монитор. Можете сами наблюдать все в режиме реального времени. Итак, участники. 141, 142, 143, 8, 144 уже неплохо. 144,8, помогите подержать машину его, дверь. 144,9. Замеры кончены, 144,9. Гоу. Уже лучше, чем было. 141,2. 35 герц. 5. Багажник бы придержать его. Придержите багажник его. Это 42. А почему так низко? 24 герц это слишком низко. 142.0. Здесь секунды гол. Поехали. 55 герц, не зависло. Завис, ничего, время есть. Не-не-не.
Хабаровского 38,1, 59 герц, высоко, очень высоко. Вот, 137. Для Николая. Все? Перезамера не будет? Нет? Ребят, класс дебют. Это всего-навсего до 500 ватт мощности и одна двенашка, либо одна пятнашка. Программа дебютка. Также и у меня было. Росом 15 прошел уже. 146,9, 47 герц. Ну, 46 герц. Замеры кончим, 129,6. Четыре, три, два, один. Поехали. Где-то 130, неплохо с широканаликом. Один десятый сап и один четырехканальник. Сто 38 замер окончен. Неплохой результат для данной системы. Дим, что за класс? СПЛ-1. Если 900, она не наша, СПЛ-1. Рабы? Что, готов, да? Поехали! Поехали! Сто 48, неплохо. Так, 148, замер закончен.
Дим, какой класс? Два? Готов участник? Участник готов? Участник готов? Поехали. Сейчас, стой. На время смотри. Вот теперь поехал. Сто 45,5, неплохой результат. Поехали. Оборотов не превышаем, ребят. А придержать потом крышку одну и попробовать замерить. Валю. Сто 45,9 пока что. In the club, I'm like, who you with? See you need in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I eat your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, песня хорошая была.
case. Right now, Babylon, they're on my case. People in a show. All the land in a row. We just push on by. It's funny. Кажется, мир за перед моими глазами, только твой вид сзади. Твой вид сзади, как Феррари. Вырубил телефон, чтобы не набирали оценки. Кому там чё обещал, похуй. С тобой заебись, без тебя плохо. Очень громко.
Они мне должны что-то выиграть. Динамик стей! Динамик стей! Динамик стей! Динамик стей! Динамик стей! победитель, а? Юля. Юля! Молодец! Юля. Поздравляю. Давай! Будьте громче. Аплодируем, аплодируем! Дим, подойди сюда. Дим, к сцене подойди. Или фотоаппарат дай. Я тебя мало упал, запиши. Как зовут? Вова. Тёма, малыш, Вова. Слава его зовут. Слава? Да Тёма его зовут. Тёма. 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 Это был Виктор? Нет. Да, кстати, у него слева, у него слева. Влад. Дмитрий. Данил. Артём. Иван. Мне зуб чищают. Игорь. Рома. Егор. Ром, есть вода? Да, больше. Давай, Вань, кто же о Башке выигрывает? Выигрывай о Башке. Я лучше за него буду болеть.
Готовим вас к следующему году, да? Пацаны, мы переносим. На него больше надежды. Ну, а себе хату ищите. Это меня тоже трясут. Да ладно, ладно, пацаны. Я думаю, кричать не важно, что. Главное будет громко. Громко-громко. Все равно, что кричать. Все равно, что кричать. Ну, без мата. Тёма, без мата. Что ты кричишь? Ладно, Абула. Кричи, громко. Зачем? Просто. Давай. Ну, давай. Папа, мама. Кричи, мама. Не, громко. Молодец. Волгоград! Волгоград! Чуденька! Давай громче! Чуденька! Я выхожу. Вадик, давай. Чуденька! Андрей! Чуденька! Да не надо его! Ладно, Абдул! Микрофон сломай! Микрофон не ломай! Кричи семерка пока! Семерка! Ари Лобакина! Лобакина Ари! Что-то я ничего! Лада Абдула! Лада Абдула! Казаки! Казаки! Сейчас вас там. Казаки! 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 Ура! Ганнибал! Динамик стэн! Ганнибал? Альфа? На видео снял? Вы чё, я забыл? Давай! 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 Спарта! Все на лоб. Спарта! Давай! 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 Ростов! Ростов! Облизкая! Ростов! Там же 15 секунд прошло. Россия! 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 Игорь! 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 Россия! Игорь! Россия! Давай! Давай! Кричи! Автозвук! Мои глаза! Мои глаза! Автозвук!
Динамик, да! Это больше? Да. Наши мои. Динамик. Такой был еще когда-нибудь у вас? Давай, Игорян! Ой, зрители! Игорь лучший! А у нас там победитель. Игорян! Игорь! 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 Вон он! Сейчас. Красава! На всех, на кого ставил папу, и все выиграли. Молодец. Чини тачку сам, Кузьмичами. Почему нет? Есть, кстати, велоавтозвук. Вот, вот. Дайте шума! Папе будет усилитель настраивать. Да. Волшебной дыркой. Тёма, ты доволен? Пойдём. 3, 2, 1, наваливай. Отлично. 144. Замер закончен. Так, Приора, хэтчбэк, СПЛ, один класс. Участник готов? Внимание на экран. Поехали. Замер закончен. 142,5. Давай, 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 давай. Хорошо. А еще заруба по фронтам будет. Запиши 145,3, мало ли что случится. Готов? Давай с наката. Не дергайся, плавно, спокойно. Стой, 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 стой. 150, 151, 153,2, 153,7. Это самый громкий результат на сегодня. 153,7, 1,12. Ребят, учитесь. Еще будешь пробовать? Должно быть больше. Так, 150, не вижу, 152, 153,2, 153,3. Больше не поднял. Ну, раз он бинанс, скорее всего. Поддержим участника! Дайте шума! 1.
Go. Это очень достойный и серьезный результат, ребят. Очень достойный. 500 ватт с усилителем, 141.1, очень неплохо. Но будет ли этот результат побит? Вот вопрос. 141.1, все, там уже рост на 15, ребят, пошел. 147. Итак, участник готовится. Готов. Левую дверь открываем. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Гуй. 132, 134, 135. Бас били 0, 2. Сто тридцать пять и восемь. Почти секунда. Только если можно побыстрее. Едем, едем, не валим. О, поднимаем, поднимаем. $123,600. А сам больше человека, да, Миша? Сколько его вес? 50? 53 килограмма вес сабвуфера данного автомобиля. Мужик, мужик. Итак, пока мы сейчас не готовимся. Дайте шума, поддержим, 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 поддержим. Четыре, три, два, один. Не спеши, плавненько, с наката. 151, 155, 152,5! Дайте шума, дайте шума! Поддержим, сейчас еще поднимет. 152,5. Это очень громко, очень на улице громко. По-моему, 152,5 кто-то говорил. Предсказывали. Кто говорил? 152,5 было? Не просто так ты говорил. Будешь крутить усилки, настраивать. Так, вангую, 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 да? Я знаю, если мне я знаю, опять заломано на почте, сука, опять так.
Передаешь? Передаешь, я вижу. Сколько рез? 152,8. 195? 155. 155, так. 153. 153. Что? Можно, можно. Хорошо. Да. Так. Итак, делаем ставки. Сколько рез? 152,1. Что? 150. 152,8. 153. 153. 153, ну ладно. 152,9. Сколько? 151,5. Как я сказал этот рез. Так, готов? Я отхожу от экрана. Подойдите чуть, сейчас может и стекло взорваться. Отходите, отходите, отходите. Где он, листок участника? СПЛ-2. СПЛ-2 же, Андрюх? Может, там что поменял уже? Может, заграбил? Итак, поехали. Уберите руки с багажника. О, это громко! 151,5, ты договорил. Я тебе говорю. Давай еще вот один. Человек. Давай еще один. Нет? Почему? А что спинка не читерская, не пойму, а? Попробуй. Вот давай попробуй. Козырек откинь под головником. 161,3. 161,2. Датчик отвалился. Он с конфигурацией изменена. Ну, а еще ты рост и пенгаса не забывай сейчас. И 4 киловатта, да? 151,5 было. Лё, помой сразу Андрюхе лобовуху. Пошли, 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 пошли. Дети, извините сюда. Итак, первый участник, поехали. Кидаем, кидаем, кидаем. Вот палочка, да. Да. Отойди, ребенок. Ребенок в очках синий. Отойди, может попасть. Ребенок не попал. Камень тоже может попасть. Ребята, отойдите оттуда. Двигайтесь, может попасть. Опа, почти, почти, почти. Но будут еще попытки. Потому что я уверен, с первого раза не попаду. Сюда вниз, вот, палочки, да. Все было прочистано. Опа. Почти. Но не считается. Сейчас попробуем. Следующий сет. Ребята, отойдите. Отойди. Отойди. Зачем тебе это будет? Отойди. Давай, давай, давай.
Не-не-не, пока ничего не забираем. Давай! 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 Так, где с тобой? Веселков, кто был? Веселитель. Кто там веселитель был? Дети, дети, дети. Подойдите, пожалуйста, можете попасть. Опа! Оп, почти! А где человек веселителя? Был. Почему не пробуем? Малейшие изменения в машине, то есть заклейка окон, поддержка дверей дают, пусть небольшие, но прибавки к результату. А разница в одну целую, в одну десятую результата может вам принести победу.
166,8 лучший результат. Спонсор нашего мероприятия — это компания Dynamic State Technology, главный организатор BLG Audio и бойцовский клуб «Медведь», а также партнеры Асмаркет, фабрика дверей, автомойка «Грасс», кальянное облако, магазин «Светофор», «Техноопт», YouTube-канал. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, накачанные колеса, «Мир газа» и магазин запчастей «Спутник». Хозяин Audi 80, 61 регион, номер 393, подойдите к своей машине. Audi 80, подойдите к своей машине, хозяин, 393. Nissan, riding from an A-Rap, got robbed 3 months late on some dumb shit. 19 stunting on these niggas like a rush shit. I was trying to get every single morning, took the bus and hit the studio. My nigga, I was living on a mission. Got on with some greatest every minute. I would say I need a record deal. A nigga stay with shit. Homie yelling, all you do is rap, rap, rap. Seems like you don't even wanna listen. Chill with it, you just gotta deal with it. Can't stop a nigga when you know we got a vision.
16s, all I got is 16s. Rap about it, homie, you can get up on a big screen. $1 million budgets in the bonus. Yeah, you got a chance if you keep it in a 100. Вадим, нажимай. Поехали. Выключи. Зачем падать? Стой. Ты накрути и держи. Это только работает сам, когда ты берешь регулятор и сам прибавляешь, убавляешь. Давай, да, сбросим. Человек не первый раз на соревнованиях участвует. Громкости поменьше, не так много. Это соло уйдут далеко. Вадим, нажимай. Нажимай сразу. Нажимай. Ты что тупаешь? Не, прибавь, сюда, падает. Держи. Ой, запах. Давай. Пейте до конца. Давай. Эх, запашок стоит. Нагрелись просто. А так мужики, что там, киловатт две залетают. Следующий участник, заезжайте. Так, защита фронта. А что, весь круг? Сейчас рейс будет. Миша мне сказал, значит будет. Там середина стреляет где-то на 400 Гц. Горбит прям. Жестко. Один, два, три. Мы с тобой будем снова вместе. Очень-очень жду тебя. Вечная любовь моя. Я про тебя, я кайфую. И у нас моя вино. И родная, не скучай. Вернусь к тебе, я все равно. Я про тебя, я кайфую. И у нас моя вино. И родная.
Чуть-чуть не хватило. Три. Наоборот, но вали. А, видишь, попало в мой сразу. 93-4, переземляться. Где же ты, мой бродяга? Темной ночью при луне. Жду, когда придешь ко мне. Мы с тобой будем снова вместе. Очень-очень жду тебя. Я кайфую, пью красное вино и родная, не скучай, вернусь к тебе я все равно. Я братья, я кайфую. Запах жареной катушки. Еще кто-нибудь микрофон. 102,5. Отрубил ты его? Да, у меня. Сейчас. Карточка где? Карточка где? Карточка где? Обшарфовать. Ну а как тебе заполнять? Потом полезно будем спорить, кто сколько надоел. Анлим. А, да понял. Затронило, задымило. Сань, тормоз нажми, ты отъезжаешь от датчика. Да зачем тебе? На аккумулятор поли. Так, на 3, Сань, включаешь. Опять хардвей, да? Пил ты отключил? Готов? Стой. Раз, два, три. Готов? Раз, два, три. Сто 4,8, неплохой результат. Но мы его побьем. Что, Сань, рубимся по фронту? Давай, рубимся. Заруба. Заруба. Я понял. 104,8. Следующий автомобиль. Nexia. Это я. Ванда Крайн. Замера окончен. Поддержим участника. Дайте шума, нормально. 3 Надо там играть. Так, давай проверим.
сюда потом приедет. Все работает. Готов участник? Читерский трек. Так, на три ты запускаешься. Раз, два, три. Где же ты? Где ты, мой бродяга? Темной ночью при луне. Жду, когда придешь ко мне. Мы с тобой будем снова вместе. Очень-очень жду тебя. Вечная любовь моя. Я бродяга, я кайфую. Пью красное вино. Ты родная, не скучай. Вернусь к тебе я все равно. Я бродяга, я кайфую. Пью красное вино. Ты родная. 103,9, неплохой результат. Дайте шума. Там есть еще участники на фронте? Один. Ты? Иди готовься. Точнее, подъезжай уже. На, лучше. Мой бродяга, темной ночью при луне. Жду, когда придешь ко мне. Мы с тобой будем снова вместе. Очень-очень жду тебя. Вечная любовь моя. Я бродяга, я кайфую. Пью красное вино. Родная, не скучай, вернусь к тебе я все равно. Я бродяга, я кайфую, пью. 98,7, неплохой результат. Дайте шуму. Дым, да, пошел. 103,8. Вадим. Вот раз, два, три. Ты чё убавил? Ты чё убавил? Димон, 103,9. Ну, было 104, но средний-то 103,9. Дайте шума, старт был очень красивый. Тем более парни приехали из Гукова. Так, участник готов. 30 секунд. Вадим, нажимаешь на 3. Раз, два, три. Стоп, 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 стоп. Сбросил? Есть, да? На три нажимаешь play. Раз, два, три.
дым. Так, 101,5. Первый поезд. Результат хороший. 104,3. Это Зинченко Михаил. Старт был хороший, 104,7. Что было со мной, бережно храня нашу любовь. Ты встречаешься, только мне темно. От компании Asmarket 2000 баллов на бонусную карту. Поздравляем. Подожди, фото.
Почему, как ты думаешь, почему именно твою машину оценили? Потому что она четкая. А? Потому что она четкая. Но это не обосновано. Почему обосновано? Потому что она громкая? Нет, потому что... Потому что она на PSD? Потому что она на PSD и на пневмы. Окей. Поздравляю. Проект из нуля. Строился. Что сегодня делать дня? 5? До 10 еще нет, дома. 2 года? Сань, ты прав. Ты получаешь подарочный сертификат на приобретение Евы Коврика в Баку. Иди сфоткайся. 2 года? Ну я сказал, 2. Ну я так начал. Ты знал, когда... 159 и сколько? 6? 158? Официально? Нет. Да, Андрюх. 158,9. Это был DB Battle. BTL. Когда я Мишане передавил Суворова, да. Давайте все фронты навалим, чтобы нас услышал город. И перейдем к награждению. Дайте шума! И сегодня в 9 часов вечера на центральной площади города Сыроикино состоится праздничный салют в честь сегодняшнего открытия фестиваля. А также будет закрытие сезона автозвука, дата и место... Позже будет указано. Кому интересно, подписывайтесь на Instagram ВКонтакт, там вся информация будет. Вон на Volkswagen, на уголке. Вся информация будет там. Скорее всего, это будет станица Облинская. Итак, огромное спасибо, князь. Выражаю огромную благодарность компании Dynamic State Technologies за выделенные призы. Это наш сегодняшний генеральный партнер. Без него бы практически призовой фонд был бы... не велик, они нам помогли. Также огромная благодарность Кочеркину Владимиру за выделенную площадку. Это его площадка. Огромное спасибо ему, но пригласить, наверное. Вот он. Без него бы это мероприятие просто бы не прошло. Огромное спасибо за площадку. Я думаю, мы увидимся на этой площадке еще не раз. У нас все впереди. Только вперед, только вперед. Секунду, секунду. Награждается Кочергин Владимир Владимирович за организацию мероприятия. Дайте шума! Без этого человека мы бы здесь не смогли провести мероприятие, точнее в этом городе. Больше, больше! Дайте шума, дайте шума! Итак, что, переходим к награждению. За третье место в этой номинации Воробьев Иван с результатом 141,1 дБ. Сейчас подарочки, призы. Так, это грамота.
от наших партнеров раз. Хватит ему! Вот так динамиком попал. От наших партнеров два. И от наших партнеров три. Так, второе место. Медаль подали, все. Ребят, все, кто награждается, не уходите, будет общее фото. Кучеров Максим, класс дебют, 145,5. Человек первый раз на соревнованиях. И вообще автозвуком начал заниматься 2 недели назад буквально. Поздравляем. Сейчас, секунду. О, мне нужны одежды. Так, это дебют. Это было... Так, и первое место. Человек ехал далеко. Конюхов Данил, класс дебют. Разбудите его, он спит после дальней дороги. Конюхов Данил, мы ждем тебя. ВАЗ-2109, разбудите его, он там отдыхает просто. Данил! 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 Чемпион сегодня! Даня! Сейчас, секунду. А, инструменты, точно, первый. Давай, я что буду делать? Вот так. Можно и тачку починить, и на природу съездить, и музла послушать. Ура! Далеко не разбегаемся. Третье место. В классе СПЛ-1. Бычков Александр с результатом 142,5. Где он? Так. Итак. Так, третье место еще подойдите сюда. Я забыл. Третье место, кто сейчас от дебюта взял и в этом. В СПЛ-1. Итак, второе место. Чуров Сергей с результатом 144 децибела, СПЛ-1. Поздравляем. Бракованные. А, подожди, за второе, ребятки. Я извиняюсь. Подарков штука, что глаза разбегаются. Второе место. Подойдите ко мне. А. Ключи тогда это третье, извиняюсь. Вот так. Покруче. Это соло, это третье. Житков Юрий с космическим результатом 153,7 дБ. Этот результат, наверное, стоил сколько поломанных рассабов? 5? В Волжском, я помню, положил, да? Ну, до сих пор живет. Так, кубок, медалька, подарочки от наших партнеров Dynamic State Technology и VLG Audio. Это наша продукция. Так, первое место, сумка.
Раз. Инструмент. Так, третье место в классе СПЛ-2. Дайте шума, ребятам, дайте шума. Третье место в классе СПЛ-2 с результатом 151,4. Ермаков Андрей. Город Волгоград. Поздравляем. 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 Это, ну, когда голова замерзнет зимой, можно будет долить. Итак, СПЛ-2. Человек, который приехал к нам из города Гуково с результатом 151,5, с заматанным скотчем, сабом, в итоге показал результат. Поздравляю. Поздравляю. Так. Дистрикт дал? Не дал. Или дал? Дал. Да? И первый победитель. 152,5. Зинченко Михаил. Город Волгоград. Михан, давай. Улетает, улетает, улетает. Поймай его. Я подержу. Все, всем спасибо, все свободно. Стой, стой, стой. А, инструмент вот тот. Да, 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 да. Так, это он второй класс, да. Классе Анрим. В очень сложном классе. Это, по-моему, АК. Ткаченко Дмитрий. Ткаченко Дмитрий, где вы? АК, черный, по-моему, или нет? Подожди, подожди. Набор второй. И это третий. Да. Пилить. Итак. Ну и первое место Анлим. Я Сергей Шилов. Сегодняшний ведущий, сегодняшний организатор. Вон. Это Анлим. Анлим. А где там Сергей Шилов? Итак, фронт. Третье место, фронт 1. Бычков Александр. Третье место, 3,9. Да. Итак, Кучеров Максим, фронт 1, 103,9 в борьбе, взял второе место, в тяжелой борьбе. Ну,
Итак, первое место, самый громкий в юном классе, 104.3 рез, Зинченко Михаил. Дайте шума. Да, холодильник, динамик. Кубок. Медалька, медалька, медалька. Медалька, почему не дали? Первый, первый. Мишаня, держи. Теперь ты обморозишься, еще и уши продолбишь. Итак, фронт 2. Шилов Сергей, третье место, фронт 2. Дайте шуму, давайте. Туда. Итак, медальки две есть. Ну да. Фронт Анлим, второе место. Калугин Дмитрий, я тебя поздравляю, Димон. Мы, короче, что друг друга будем поздравлять. Это тебе, Димон. Это тебе, Димон. Это тебе. Зачем он тебе? Солить будешь? Так, а, самовар, кстати. Фронт Анлим. Савичев Александр. Достойный результат, 104,8 на нашем датчике. Хороший рез. Громкий фронт. Первое место, первое. Я не виноват. Поздравляю. Дайте шума. Он ходит все-таки громко. По тылам. Второе место. Воробьев Иван. Где он? Воробьев Иван. Тылы. Так, меня? А, кстати, да. Первое место в классе Анлим занимает какой-то Volkswagen красный. Воробьев Иван, ты забыл грамоту. Еще раз поздравляем. За тылы. Второе место. Второе место, тылы. Тылы. Это тыл. Второе место. Да. Ну, второе место, тылы. Ты у нас? Или нет? Ну и так. Мы на этом не заканчиваем. Пришло время халявы.
Заруба! 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 Смотри! Серега! Вот это заруба! Серега, 51 кайф, Серега! Это заруба! Вот это будет заруба! Вот это будет заруба! И праздничный салют в честь того человека, который выиграет сегодня вечером. Салют вот. Будет заруба? Да, будет заруба. Давай, давай, вы? Давай, ну что ты? Давай, давайте. Давай. Готовимся. Давай. Выйдешь втроем? Да я не знаю, мне сам выйдешь. Да, и получит кубок СПЛ-3. Давай, Димон, я тебе верю, брат. Да, я в верю. Не верю, выполни. Итак, главный наш призовой партнер сегодня — компания Dynamic State. Давайте скажем ему спасибо. Спасибо! Dynamic State, спасибо! 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 Вы самое! Вы хотели праздника! Получайте праздник! Сделайте шуму побольше! Дайте шума! Дайте шума побольше! Скажите спасибо на весь город! Сегодня вечером будет торжественный салют, там можно покричать наших партнеров, которые сегодня были с нами. И наши организаторы. Смотри, тебе видно? 4, 3, 2, 1, поехали! Is it your birthday? Just go and have a shot or two. My partner, do you put me on?
знаешь? Да, да, да. Кто выиграл? Кто выиграл? А получит термос, кто скажет точный результат? Какой результат? Какой результат? 151,5? Это мой результат. За 12 кто? Я. 149,6. И она выиграла, да? Не ставь, пока проиграешь. Давайте, давайте, делаем ставки, ребят, давайте, живи, живи. 151,3. Кто выиграл? Двенашка. Едем дальше. 152. Выиграл кто? Акцент. 152,5 акцент. Да это космические цифры, ребят, нереально. Будьте проще. Столько если продержать. 156, это выиграло. 149,5. Сколько, Диман? А вот там? А вот там? А там 148. 148,7. 149. Лёх, сколько? Да. 149,8. А она выиграла? Да. 149. Тоже выиграл. Я никого не знаю, потому что выиграли. Не-не-не-не-не-не. Да вообще, вот сейчас такие просто сомнения вы сами себя вводите. Вы не узнаете, кто выиграл. Да? Ну и что, поехали, я кто выиграл? 149, 12. Раз, раз, раз. Кто за двенашку? Я. 149,7. Какой результат? 149,7. 150? 149,7. 159, 149,7. Кто за акцент, резы? Резы, сколько рез? Я за него. Мое 149,7. Дай. Ну, сколько? 153. Мама хилевая. Нет, ты. Сколько? Кто за акцент еще? Я за акцент. 150. Ребят, у меня 150 не было. 153. Ты победитель. Андрюха победил! 151. Андрюха, 151. А резы видели все в онлайне, все по чесноку. 149,7. Да. Да. Дайте шума! Дайте шума! Дайте шума! Андрюха, Андрюха, мы тебя награждаем кубком как победитель в зарубе. Чтоб стекла были чистые, не я их рукой протирал. Чтобы пищи, те, которые у тебя их нет, ты их поставил все-таки. Они есть. А это... Серег. И подлатал? А. Это мое. Тыл. Дайте шума! Наша общая победа, да. Все сегодня желающие посмотреть торжественный салют в честь сегодняшней зарубы, в честь Андрея, который смог, не побоявшись спалить САП, вышел на зарубу и взял место победное. САП живой? САП живой вообще. Да это S5, да, Андрюх? ST? Да. ST и S5. У S5 5 дюймов катушка, у ST 4 дюйма катушка. Там 12 киловатт. Там 12 киловаттник, здесь 4 киловаттник. Как бы разница есть. КПД решает. Ребят, скажите пару отзывов на камеру для компании Dynamic State. Как мы провели... Сейчас пропустим машину. Как мы сегодняшний день провели? Нормально. Громче, громче. Отлично. Супер, супер. А кому нас сказать спасибо? Сергей Шилов, спасибо. Да, тут два Сергея Шилова. Организатор. Пойдемте, польца опять завалит сейчас. Итак, еще раз оглашу наших сегодняшних партнеров. Генеральный партнер призовой компании Dynamic State Technology. Главный организатор — это студия автозвука VLG Audio. Бойцовский клуб «Медведь». Мужики. Итак, по партнерам остальным призовым у нас были Техноопт, Асмаркет. Им огромное тоже спасибо за поддержку, за финансовую поддержку, за призовую поддержку. И много других, которые там помогали. Кто-то информационно помогал, кто-то технически помогал. Всем огромное спасибо от Сергея Шилова.
Всем спасибо. Ждем вас до новых встреч. Скорее всего, это будет станица Обливская, следующий этап. Будет закрытие сезона 2018. Кому интересно, Инстаграм, контакт, где будет вся информация, вот на машине есть. Всем пока. Всем спасибо, что пришли. Пару слов. Итак, сегодняшний салют посвящается Автозвуку и компании Dynamic State, которая не отвернулась от нас и помогла нам с мероприятием. Ура, ура, ура! Входим.